Добрый день, меня зовут Петр, мой ник на ютубе bypetr. Я решил тоже поучаствовать в EDC-чеке и рассказать о том, что я ношу с собой. В принципе, это такие среднедельные вещи, но и в выходной тоже они участвуют, в принципе, в моей жизни. Начнем с телефона, вот без него я не ухожу даже в подъезд, беру постоянно. Вот. Следующая вещь, в принципе, тоже постоянно со мной участвует в пути, это браслеты с паракорда. Вот. Пока только их у меня два цвета, но сейчас расширяется, так сказать, ассортимент. Вот. Эти друзья тоже постоянно со мной. Ну, так как у нас все-таки тематика ножевая, со мной также ходит Бак 110. Ножны, кстати, заказывались у Сергеича с Ганзы. Вот. И в последнее время, пока вот что-то Бак пересел больше как-то на полку, и его начал потихоньку заменять временно в ожидании другого ножа, Лизерман Juice KS4. Вот. Ну, по факту просто пока нет каких-то таких дел для более большого ножа, поэтому участвует вот этот друг, который переточен Николаем К. с Ганзы, и все с ним хорошо. Вот, также со мной всегда есть кошелек, либо Maxpedition, либо копия, в принципе, Maxpedition, перешитый, кожаный, на заказ. Жена мне такой подарок сделала. То есть, в зависимости от одежды, я меняю на тот или иной кошелек. Вот. Ручка паркеровская, такая самая простенькая. И блокнот еще со мной участвует. Также в моем ежедневном пути. Я в него редко что-то пишу, но, тем не менее, он есть. Зимой, сейчас она уже начинается, я ношу с собой цепь всегда. Вот. Не в кармане, это в рюкзаке у меня цепь именно. Как бы смешно ни звучало, я еще таскаю с собой всегда салфетки, они примерно наравне с телефоном. Вот. Еще у меня есть замечательный, мой любимый, так скажем, Налгин, как я его называю. Это на самом деле обычная пластиковая бутылка, ну, в принципе, из такого грамотного пластика, туда можно смело лить кипяток. Он всегда со мной, потому что мне часто много нужно пить, особенно после тренировки. Это вообще отличнейший вариант. Вот. На зиму хочу ему такую шубку прикупить. Вот. И еще со мной по-любому, особенно сейчас актуально, ездит Баф. Кто не знает, это такая бандама, грубо говоря, она же шарф, длинная достаточно, вешается на шею, замечательно, защищает от всего. Ну, вот, собственно, был EDC-чек, бай, все хорошо, это, извините, вырвалось мой блог, вот, и, ну, все, спасибо, всем до свидания.